Оля там дерется с тыквами. Я на долик задеваюсь. Ну тебе что, глазки-то уехали? Тебе же ничего не видно. Ожидание реальности. Ожидание реальности, действительно. Ой-ой-ой. Она живая еще. Но ее как будто похоронили. Труп накрыли простыней. Дело было вечером, да? Делать было нечего. Не, ну там-то уже нормально, смотрите, выглядывает. Ну, вообще ништяк. Последний штрих остался. Так, я сделала гвозди пауки. Она уже приобретает образ какого-то монстрика добренького. Что, Алекс, сейчас тебя еще нарядим. Вон. Оля тут листьев накидала для антуража. Поздно мы, конечно, спохватились с тематической фотосессией, потому что найти симпатичное живописное место в городе и за городом, да, сейчас очень сложно. Конец октября, деревья почти все лысые, а какие более-менее симпатичные, к ним не подъехать на машине, поэтому, видимо, Оля будет осваивать мастерство фотошопа. Думала, ты будешь на чертика похожа, а ты как этот, мукола, хрюкола.